Теплый салат печени. Обжарить золотистой корочки печень и на сливочном масле шампиньоны. Затем разложи рукколу по тарелке. Сверху выложи помидорки черри и распредели пожаренные шампиньоны. Затем подготовь заправку. Смешай горчицу, оливковое масло и бальзамический соус. Заправь салат и сверху выложи печень. Можно подавать. Печень должна быть теплой. Приятного аппетита! Kissing her, touching her.